Приветствую всех зрителей канала LEGO Crazy Motion. После того, как вышел фильм о Сталинградской битве, часть третья, посыпалось большое количество вопросов, что я буду снимать дальше, какой будет следующий мультфильм. Ну и вот я решил записать сейчас видео, несмотря на то, что я заболел. Думаю, это по голосу и так слышно. Вот, но я решил коротенькое видео быстренько записать, чтобы озвучить план на будущее, чтобы уменьшить количество вопросов в личную почту, которые просто не успеваю отвечать. Итак, тему Сталинграда я закрыл. Следующие два мультфильма будут. Это... раз, «Приключения Кондора», которое многие ждут, 12-ю серию. И два, это фильм про войну в Афганистане. Собственно, и вот этот БМП я поставил просто как напоминание того, что он будет сниматься в Афганистане. Это второй такой же есть. И еще, я надеюсь, будет один БТРчик, про который потом попозже как-нибудь расскажу. Вот, значит, мультик про Афганистан все ближе и ближе. Знаю, что очень многие про него спрашивают. Но следующий все-таки «Кондор», 12-я серия, и потом «Афганистан». Дальше что будет? Подозреваю, что, наверное, будет «Кондор», но уже не факт. Посмотрим. Может так получиться, что 12-я серия будет последней в первом сезоне, и тогда будет некая пауза. Ну, посмотрим, не будем загадывать, не знаю, может еще 12-я серия не последняя будет. Итак, «Кондор», «Афганистан», дальше пока не знаю. Ну и плюс по обзорам, вот здесь вы видите наборы, которые я выставил, это те, которые, я думаю, что в ближайшем времени должны промелькнуть на канале. Это и «Звездные войны», и «Чима», и «Hero Factory», еще один наборчик, и «Ниндзяго», ну и до кучи... наборчик с Майнкрафтом, Крипера. После обзора на Стива и зомби просили еще один такой набор показать. Ну вот, я достал набор с Крипером, покажу. Далее будет военная, LEGO Военная Академия, в которой мелькнут две темы. Это, во-первых, будет вот этот вот непонятный гусеничный полумотоцикл, полутрактор Кеттенкрат, который вы видели в мультфильме про Сталинград. И будет этот вот Панзер III. Про него я подробно все расскажу, кто автор, откуда я его взял, где можно взять такой же. В общем, это все будет тоже в отдельной передаче LEGO Военная Академия. Все, так как говорить мне, честно говоря, немножко тяжеловато, я думаю, что сейчас короткий выпуск о будущем моего канала я произвел. Вот, так что всех теперь буду сюда отсылать с вопросами, а что будет следующее, а что будет в ближайшее время, какие обзоры, какие мультфильмы. Всем буду давать ссылку на это видео. Вот, так что я ушел лечиться и готовиться к будущим съемкам. Ну, а вы, надеюсь, еще найдете на канале что-нибудь интересное посмотреть до появления новых видео. Все, всем счастливо, не болейте, как я, лечитесь, не пейте холодное. Всем счастливо, пока.